То, что мной задеяно, это не умышленно, это несчастный случай. Так же я пострадал, так же он, так же сейчас с вами не разговаривает. Он так погибший. Просто строго не судите. Я понимаю вас, но так тоже. Неумышленно это такое все. Я почему, вот на реплике, я вышел и сказал тоже отецке, почему, потому что если я не снимаю вину с Козлова, ни в коем случае, ни в коем случае, я не снимаю вину Козлова. Но я хочу, чтобы как бы какая-то была элементарная справедливость, и я считаю, что водитель автобуса, ну просто то, что человек как бы погиб и так далее, но он никаких действий не предпринял, потому что вы водитель тоже, да? Да, он тоже. Хорошо, пусть Козлов идет на обгон, пусть это самое, ну вы сколько лет за рулем? 20, я 27, мы с вами еще пока живы и стоим здесь, ни в тюрьме, ни сидим, ни где-то. А почему? А таких случаев были и у него, и у меня, вот сколько, неоднократно, когда мы, но мы перестраховались, мы вовремя смогли притормозить, уйти, сманеврировать и так далее, вы понимаете? А здесь я этого не увидел. Я-то 30 человек за плечами, тормозного пути нет. Не, автобус, да, ясно, да, мы все знаем, едем, автобус летает, да? Едешь автобус? О, да. Вот, автобус сюда пропускаешь, короче. Да? Но, да. А он нет, на пролом. Нет, он Гарольд Трассе, да? Типа? От этого что? А, ладно, я признаю. От этого как бы вам легче будет, да? Не, не, вы, легче. Вы, у вас будет нет, меньше затрат, да? Да, конечно. Ну и меньше затрат будет, естественно, потому что и они будут, и его страховая компания будет, ну, вам возмещать, и вы больше сделать, получите. И что для этого сделать, чтобы ТО собак тоже. А что мы можем? Почему только вы, судья может. Нет, ну вы почему тогда не наняли адвоката? Чтобы ТО собак тоже признали. Вы почему? А почему ваш адвокат не настаивает на этом? Почему? Для вашего адвоката вот и самое простое решение. Я не хочу слуг говорить, для вашего адвоката определены, как говорится, самое простое решение. Она решила, нашла виновную на ИП Маленчук, материальное какое-то возмещение, получила с этого свою долю, все, до свидания, вот позиция адвоката. Понимаете? Вы правильно поймите это. А я вот здесь, вот ей на этой лавочке задал вопрос, я говорю, Лена, а вы не рискуете, если страховая компания, там тоже не глупые юристы, они сейчас хватятся за вот это, и люди положенные выплаты не получат. Потому что страховщикам и страховой полис, вы слышали, ТО в фаховых. Вот в чем фишка. Что за фахов? Давай тоже. Козлов на тот момент, да, вместе с автомобилем находился в аренде у ТО Фаура. Поэтому ТО Фаура страховала, выписывала путевые листы. Мне оно принадлежит. Давайте наше прения закончим, да. Поехали. Вы просто правильно поймите.